Веху поджечь, огонь перекинется на пшеницу. Люк наверху? Я думал, надо в окошко сбоку кидать. Ну, блин, никто же не обучил. Что, реально, если сверху кинуть? Ну да. Так, осталось еще два. Черт. Запалил меня. Что же там бар с зерном? Гонятся за мной. Я снаружи могу просто покидать? Да. Я могу просто снаружи покидать, даже не заходя внутрь. Еще один. Промахнулся немного. А, этот в шоке. Все. Ну вот и все. Лишившись зерна, Лагос не сможет кормить своих солдат. Так, ну чё, в чем вопрос-то? Мне же его не убивать, я так понимаю. Лагос. Квестов-то тут нету. Что делать-то? Владение Лагоса. Он где-то здесь. Ослаблен. Управитель слабая стража. Подробности. Кость спартанского героя. Лагос, а это не тот, с кем мы уже говорили? Ну, я его уже видел. Ну и что делать? Просто идти на Лагоса? Судья, присяжный палач. Бейте Лагоса. Лагос сейчас в Аркаде. Лагос забыл, значит. Заперся в крепости Самикон. Блин, ну я не знаю. Ну пойдемте попробуем, блин.